Я хотел бы в честь юбилея нашего с вами любимого храма от главы Солнечногорского района вручить в дар, подарок, дарохранительницу. Спасибо вас, Господи, с праздником. На центральный престол она будет поставлена. Вот, я думаю, уже на словословии мы ее святим и установим. Благодарим за чуткое заботу, за такие добрые слова.